Всем привет! Вы на канале Just Play, и с вами я, Варя. И я, Дима. И сегодня у нас будет очень сложная настольная игра. И называется она Oh Snap. А Snap по-английски означает щелчок. Коробка довольно увесистая. О, да. Дим, давай откроем и поподробнее ознакомимся с правилами. Какой классный тут мешочек. И как будто тут эти фишки от лото. Так. И вот у нас само поле. Главное пальчик сюда не ставить. Ау. Ребята, фишки трех размеров и трех цветов. У нас есть синяя фишка, она самая крупная. Дальше желтая, она средняя. И самая маленькая это красная. Если мы вытаскиваем фишку и пружинка остается на месте, мы зарабатываем балл. А если пружинка сдвигается, мы ничего не зарабатываем. Ну что, Варь, давай на цуефа кто первый? Давай. Цуефа, цуефа. Цуефа, цуефа. Цуефа, цуефа. Я начинаю. Угу. Значит, теперь моя 15. Очередь. А я заработал 5 баллов. Мне кажется, это челлендж. Да, нет. Варя не получает ни одного балла. Моя очередь. Итого у меня уже 20 баллов. Ну, мы только начали, так что я не расстраиваюсь. Да что? Ладно, допустим. Так, моя очередь. Что-то мне сегодня прям везет. Итого у меня получается 15 плюс 15 это 30 и плюс 5 35. Как это работает? Я не знаю ваш. Так, ну допустим, вот это. И в итоге у меня 20 баллов. У меня есть своя тактика, но я тебе ее не буду говорить. Тактика. Итого у меня 55 баллов. А, я уже дотронулась. Все, коснулась, да? Я, наверное, возьму вот эту фишку. Она, как бы, по моему взгляду, меньше всего придавлена остальными фишками. И это шанс того, что она не сдвинется. Хотя вот сейчас она точно сдвинется. Варя, ну это было очевидно. Просто очевидно то, что она была придавлена другими. Ну, естественно, я возьму вот эту. И у меня сейчас подвинутся, я уверена. Ладно. Круз! Почему? А, нет? Да, на 100%. Ну, ладно. Ну, вытаскивай, Варя. Оу май гад, ты как ты ее сломал? Сдвинулась. Мне теперь не везет. Да что ж такое-то? 50. 70, 75. Так мне надо догонять Диму, моя очередь. Да, ты только что взял. Нет, все. Капец. Ребята, мы кое-что вам забыли сказать, после чего вы точно будете смотреть это видео. До конца. Цена проигрыша – это целое исполнение песни в наушниках. И самое прикольное, что мы не знаем, какая это будет песня. Так что не советуйте брать. Ну все, коснулась, бери. Ну, ты сейчас такой возьмешь. Да. Давай. Ну еще. Да, сейчас уже сложненько. Да нет, она сейчас соскользит. Бомбически. Нет. Да! Да, коснулась. Бери. Ну все, да. Ну, это понятно. Ой.
много набрал. Все. Итак, Варя, давай посчитаем. 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185. 60, 80, 100, 120, 140, 160. 180, 185. Серьезно? У тебя тоже 185? Да. Подожди, что получается, у нас ничья? У нас одинаковое количество баллов. А как мы так вытащили-то, получается? Ну, мне кажется, сначала я проигрывала, потом ты проигрывал, а потом... Мы одинаковое количество проигрывали? Да. И одинаковое количество вытащили, причем именно тех же фишек. Да. Ничья. Так что, Варя, я предлагаю сыграть второй раунд. Да, мне тоже нравится эта идея. Выставляем все фишки по местам. Все, давай. Значит, Цуефа. Цуефа. Тащи, Варь. Вытаскивай. Ой! О май! О май! О май! О май. Ты сейчас возьмешь это. Я возьму эту. Ты возьмешь красную. Нет. Оу. Я хочу сразу сейчас все синенькие повытаскивать. Да. Профи. Зря. Я вытащу и поставлю. Но не к себе. Она двинулась. Что-то прям их так много, которые двинулись. Это было... Вау! Ой. Вау! Так круто! Ладно, дотронулась. Я не буду рисковать. О! Ко мне! Всё, девочка! А теперь считаем. 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. 60, 70, 80, 90, 100, 110. 120, 130, 140, 150, 160, 170. Всего лишь 20 очков. Да? И я выиграла! Так, ребята, в общем, мне досталась песня «Медуза, мы друзья». Ну, короче, я сейчас буду петь. А я буду тебе подпевать. Давай. Мы с тобою звездопад, два билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города,
обстоятельства на сон. Откровенная вчера, и сегодня мне никто. Отпечатки на руках, заводной магнитофон. Время тихая вода, утекающая вон. Кто не видит в тебе знак, потеряет 8 ног. Сила в мире пустота, а в медузе осьминог. Медуза! Медуза, медуза, мы друзья. Медуза, медуза, медуза. Ребята, я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя игра. И также Димино исполнение. Да. Так что не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки и заходить в наши соцсети Facebook, Instagram и ВК. Всем пока-пока! Медуза, мы друзья, медуза, 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 мы друзья, начинается. Начинается нормально. Я русский человек. Медуза. Медуза, медуза, мы друзья. Отлично. Все, всем пока-пока. Пока.